Сегодня мы с вами отправимся в фантастическое путешествие в мир автомобилей в Hyundai, Santa Fe 2.4. Стандартно идет посторонний шум. Человек по пробегу 11 года, кстати, он решил его разобрать, установить масляные форсунки. Ну, в общем, закапиталить, потому что машинка своя, впереди лето, собирается путешествовать. Поэтому сейчас мы с вами направимся к нашему автомеханику Дмитрию, который приступит к разборке этого автомобиля, и мы увидим с вами, что же там внутри. После того, как я разобрал двигатель, что я обнаружил? Задир в вкладышах был небольшой, но уже и выработка на шатунных была. Соответственно, поршневая тоже была уже задранная. Мы прогилизовали двигатель, гильзанули. По желанию клиента врезали форсунки масляные. Вот, как видите, стоит 4 форсунки под каждый поршень. Это у нас КЕшный мотор. Чем он отличается от КДшного? То бишь на КЕшном у нас что? Есть балансировочные валы. Вот этот блок балансировочных валов с масляным фильтром. То бишь с маслоприемником и масляным насосом. Все вместе. Это мы удалять будем. То бишь переделаем на КДшный мотор. Соответственно, что? Поменяли звездочку, поставили КДшную, потому что они отличаются. На КДшном стоят две звездочки. И одна меньшего диаметра, которая идет на маслонасос. Меняем цепочку, она тоже другого размера, другой длины. Это будет тоже от КДшного цепь стоять. Сейчас поставлю плиту и насос КДшный. Вот такой у нас есть насос. Такой насос будет стоять. Ну, соответственно, что еще сделали? Поршневая новая, кольца новые, вкладыши, корень, шатун новые. Ну и все. Сейчас ставлю плиту, насос. А, еще будем менять мы поддон. Вот поддон, он тоже другой, он отличается от КДшного, отличается формой.
форма другая. Поэтому будем ставить КДшник. А, ну всех еще, да, интересует, то бишь, как мы ставим форсунки, цепляются они или нет. Вот я вам сейчас продемонстрирую, что ничего не цепляет, как бы вот, буду прокручивать. Ничего не цепляет, ничего не задевает, все нормально. Двигатель установлен, я его уже завел, он уже прогрелся, троений и вибраций никаких не ощущается. Что мы с ним сделали? То бишь из D4KE сделали D4KD. Убрали балансировочные валы, поменяли маслонасос, звездочку, ну, там видео уже это все показывал. Установили новую поршневую, кольца, установили новые вкладыши. Блок гелизовали, то бишь под номинал. Все, на этом заканчиваем наше видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!